Всем привет, друзья! И сегодня я хочу показать, как я раскрашиваю волосы с прядями разного цвета. А заодно я поделюсь с вами двумя лайфхаками по поводу оттенков вашей иллюстрации. Для примера я выбрала на Pinterest вот такие волосы. Вот они поближе. Как всегда, нам поможет выкраска, где каждый цвет вынесен в отдельный столбик. Ее удобно приставить к фото и подобрать нужные оттенки. Я всегда выбираю чуть больше оттенков, а потом в процессе отсеиваю ненужные. Далее на Pinterest я ввожу Color Palette, коих в Pinterest очень много, и нахожу идеальное сочетание цветов. И уже в соответствии с выбранной цветовой палитрой я делаю более точный отбор карандашей. Это и есть наш первый лайфхак. Ну а дальше я разукрашу нашу иллюстрацию до выбора фона и расскажу вам о втором лайфхаке. Thank you.
Вот наши волосы и готовы, и далее у нас подбор цвета фона. А поможет нам в этом цветовая гармония. Открываем программу Adobe Color, и в середине мы видим цветовой круг. Слева у нас варианты цветовых схем, а внизу у нас подобраны цветовые плитки, которые тоже можно регулировать по цвету. Я не буду сейчас вдаваться в теорию цветового круга и цветовой гармонии. Кому очень интересна эта тема, внизу в описании я оставлю ссылку на видео по цветовой гармонии, где автор канала очень понятно раскладывает все по полочкам. Смотрите, цвет можно менять до нужного вам оттенка, как внизу, так и на самом цветовом круге. Короче, программа очень понятна и в ней легко разобраться, так что рекомендую. Подобрав цвет в программе Adobe Color, я перенесла фото в Paint 3D и покрыла фон выбранным оттенком. Результат мне подошел, и дальше разукрашиваем. Как всегда, моя любимая сухая пастель. Выбрала несколько оттенков и покрываю нашу иллюстрацию. А вот результат, меня вполне устраивает, а как вам? Кстати, это видео я сняла неспроста. Следующее видео будет о карандашах, которыми я работала. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!